Очередной раунд проекта «Выездная администрация» прошел во втором корпусе 5-й школы, который расположен в Расторгуевской части Видного. Судя по наплыву посетителей, такой формат пользуется все большей популярностью у людей. Очень неплохо. Я первый раз, честно говоря, участвую в таком, как говорится, мероприятии. Человек слышит, видит, и он действительно все фиксирует. И надеемся, что это будет очень вопрос, да, реализован. Большинство посетителей приходят на встречу с руководством муниципалитета, подготовленными с необходимыми документами, справками и даже картами. И разговор ведут спокойно и размеренно. Но бывает и так, что страсти кипят. Вы знаете, что у нас везде стоит дорожный знак. Начинает Измайлова и кончает там Расторгуева. Фуром нельзя. Хотелось бы открыть киоск. Аптечный. Там сигареты. Все. Это все должно быть закрыто. Не понимают они, значит, они должны съехать из этого павильона. Стоит отметить, что не только с просьбами и пожеланиями приходят на выездную администрацию местные жители. Например, Елена Семенова, ведущая диалог с заместителем главы округа Татьяной Каляминой, здесь совсем по другому поводу. Я пришла поблагодарить Татьяну Николаевну. Так как у нас в подвале надо было заменить водозамерный узел. В феврале месяце она к нам приезжала, я к ней обратилась. И вот нам сейчас делают этот водозамерный узел новый. Очень часто сразу несколько человек приходят с одним и тем же вопросом. И тогда приходится проводить небольшую лекцию, например, по использованию одного из сайтов, предоставляющих государственные услуги. Возможно, что вы просто адрес чуть-чуть не так вбиваете, и он не попадает у вас. Потому что там своя система внесения адресного реестра, и вы можете просто чуть-чуть не попасть. Вторая и главная часть выездной администрации – общение с главой округа Станиславом Катровым. Здесь нет запретных тем, а распоряжение заняться вопросом, с которым пришел человек, профильные заместители главы получают тут же. Жители в 2019 году участвовали в голосовании за благоустройство сквера при областном финансировании и выиграли голосование. Большая просьба вот вас помочь. Андрей Владимирович, смотрели? Все ногами прошли, посмотрели, договорились, что мы его изучим и уже на следующем выездном мероприятии обсудим и расскажем про наше видение. И в беседе с главой Ленинского городского округа местные жители не только просят содействия в решении тех или иных вопросов, но и приходят с благодарностью за уже сделанное и реализованное. Меня очень радует и дает мне оптимизма. Вопросы решаются. Видновчанка Елена Барижа из тех людей, кто неравнодушен к родному городу. На такие встречи она приходит постоянно, потому что знает, что у каждого диалога обязательно будет продолжение. Мне очень нравится такой формат, что любой житель города Видное, Ленинского округа нашего, может прийти и задать вопрос как замам, так и главе. Как правило, эти встречи потом продолжаются уже официально, в кабинете, в спокойной обстановке, и решение все-таки находится. Встреча с жителями в формате выездной администрации проводится еженедельно. Максим Козлов, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева. Видное ТВ.